Добрый день, уважаемые абитуриенты! Консультацию для поступающих по вступительным испытаниям, проводимых университетом самостоятельно по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» проводит заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности, кандидат технических наук, доцент Байтелова Алина Ивановна. Экзамен проводится по базовым разделам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Здесь рассматриваются такие вопросы, как безопасное взаимодействие человека со средой обитания, опасные и вредные факторы, защита человека от них в повседневной жизни, производственной деятельности и чрезвычайных ситуациях, в том числе военного характера. Также рассматриваются методы создания безопасной и комфортной среды обитания, психофизиологические и эргономические основы безопасности, правовые, нормативно-технические и организационные основы управления и контроля в области безопасности жизнедеятельности. Вступительный экзамен проводится в виде тестирования, тестовые задания сформированы по 6 разделам. Первый раздел – теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека и опасности. Второй раздел – воздействие опасности на человека. Третий – основы техносферной безопасности. Четвертый – психофизиологические и эргономические основы безопасности. Пятый – методы защиты человека от опасности. И последний, шестой раздел – контроль и управление в безопасности жизнедеятельности. Рассмотрим примерные тестовые задания по первому разделу – теоретические основы безопасности жизнедеятельности, человек и опасности. Тест номер один. Дайте определение понятию «жизнедеятельность». В каждом тесте даны 5 вариантов ответа. Вариант А – поток информации в системе человек-среда. Вариант Б – поток энергии в системе человек-среда. Вариант С – совокупность всех форм человеческой активности. Вариант Д – совокупность критериев безопасности. И вариант Е – совокупность потоков энергии и информации. Жизнедеятельность – это совокупность всех форм человеческой активности. То есть в данном тесте правильным вариантом ответа является вариант С. Тест номер два. Дайте определение понятию среда обитания. Вариант А – это сочетание биосферы и литосферы. Вариант Б – окружающая человека среда, обладающая совокупностью факторов, способных оказывать воздействие на жизнедеятельность человека. Вариант С – сочетание части атмосферы и гидросферы. Вариант Д. Среда обитания – это естественная среда, которая может существовать без участия человека. И последний вариант, вариант Е – это искусственная среда. Правильным вариантом ответа является вариант Б. Среда обитания – это окружающая человека среда, обладающая совокупностью факторов, способных оказывать воздействие на жизнедеятельность человека. Следующий, тест номер три. Дайте определение понятию биосфера. Также даны 5 вариантов ответа. Вариант А – это природная область распространения жизни на Земле, включающая часть атмосферы, литосферы и гидросферу. Вариант Б – сочетание социальной и техногенной сфер. Вариант С – территория Земли, занятая промышленными зонами. Вариант Д – область развития социальной среды. И вариант Е – сочетание части атмосферы и гидросферы. Итак, что такое биосфера? Биосфера – это природная область распространения жизни на Земле, включающая часть атмосферы, литосферы и гидросферу. То есть в данном случае правильным вариантом ответа является вариант А. Тест номер 4. Дайте определение понятию техносфера. Вариант А – регион социальной сферы, преобразованный человеком. Вариант Б – регион, преобразованный человеком для обеспечения жизнедеятельности. Вариант С – часть биосферы, преобразованная человеком с помощью технических средств. Вариант Д – область развития социальной среды. И вариант Е – сочетание части атмосферы и гидросферы. В четвертом тесте правильным вариантом ответа является вариант С. Техносфера – это часть биосферы, преобразованная человеком с помощью технических средств. Тест номер 5. В процессе жизнедеятельности человеком потребляются и выделяются следующие потоки. Вариант А – потоки вещества, энергии, информации. Вариант Б – кислорода, воды и пищи. Вариант С – солнечной энергии. Вариант Д – радиации. И вариант Е – кислорода и углекислого газа. В
В процессе жизнедеятельности человеком выделяются потоки вещества, энергии и информации. Поэтому правильным вариантом ответа является вариант А. Тест номер 6. Характерные состояния в системе человек-среда обитания. Вариант А. Различные потоки естественной среды. Вариант Б. Потоки сырья в техносфере. И вариант С. Людские потоки. Вариант Д. Основные потоки в естественной среде, техносфере и социальной среде. И вариант Е. Различные потоки искусственной среды. В данном случае правильным вариантом ответа является вариант Д. Это основные потоки в естественной среде, техносфере и социальной среде. Тест номер 7. Дайте определение понятию «опасность». Вариант ответа А – это явление процесса объекта, который в определенных условиях представляет угрозу для жизни и здоровья человека. Вариант Б – это свойство неживой материи, способное причинить ущерб природной среде. Вариант С – это негативный результат взаимодействия компонентов системы человек-среда обитания. Вариант Д – негативные воздействия, внезапно возникающие в системе человек-среда обитания. И последний вариант, вариант Е, свойства живой материи, способные причинить ущерб по природной среде. Правильный вариант ответа – это вариант А. Опасность – это явление, процессы и объекты, которые в определенных условиях могут представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Тест номер 8. Что понимается под опасным и вредным фактором? Вариант А. Негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или заболеванию. Вариант Б. Разновидность опасности, угрожающих личности. Вариант С. Комплекс негативных факторов, действующих мгновенно или непрерывно. Вариант Д. Несчастный случай. Вариант Е. Заболевание. Под опасным и вредным фактором понимают негативное воздействие на человека, которое может привести к травме или его заболеванию. То есть правильным вариантом ответа в тесте номер 8 является вариант А. Тест номер 9. Что такое потенциальная опасность? Вариант А. Это негативные факторы, возникающие в результате деятельности человека. Вариант Б. Опасность общего характера, не связанная с пространством и временем действия. Вариант С. Конкретная угроза человеку. Вариант Д. Сочетание антропогенных опасностей. И вариант Е. Сочетание природных опасностей. Потенциальная опасность – это опасность общего характера, не связанная с пространством и временем действия. То есть правильным вариантом ответа является вариант ответа Б. И последний, 10-й тест. Что такое реализованная опасность? Вариант А – событие, приведшее к гибели человека. Вариант Б – событие, приведшее к ухудшению биосферы. Вариант С – событие, приведшее к ухудшению среды обитания. И последний вариант Д – это правильный вариант ответа. Реализованная опасность – это факт воздействия реальной опасности на человека и среду обитания, приведший к потере здоровья или жизни человека и каким-либо материальным потерям. Кроме того, для поступающих по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» нами сформирован список рекомендованной литературы для подготовки к вступительным экзаменам. Мы предлагаем вам, рекомендуем вам 4 источника литературы. Это учебник безопасной жизнедеятельности и защиты окружающей среды Белова Сергея Викторовича, учебное пособие «Основные сведения о безопасности жизнедеятельности» Цепелева Владимира Степановича, затем «Безопасность жизнедеятельности», также учебное пособие, автором которого является Русак Олег Николаевич, и учебник «Безопасность жизнедеятельности» под редакцией Эдуарда Александровича Арустумова. Желаю вам удачной сдачи вступительных экзаменов.